Доброе утро! Меня зовут Полина Брусницына, и я флорист. Сегодня я хочу вам рассказать, как своими силами можно собрать из садовых цветов композицию к 1 сентября. Прежде чем срезать все подряд, определяемся, в какой цветовой гамме будет букет и в какую емкость его поставим. От этого зависит высота стеблей. Сегодня цветочную композицию будем оформлять в корзине с флористической губкой. Цветы будут сочетаться по форме и фактуре, и главное – выбрать стойкие сорта. Сейчас мы соберем цветы, срежем их, поставим вазу и начнем работу. Основу моей цветочной композиции сегодня будут составлять георгины. Этот цветок мне нравится из-за формы, из-за огромного разнообразия цвета, из-за того, что он довольно стойкий. Стойкие неприхотливые астры. Выбираем несколько оттенков. Львиный зев, циния, флоксы составят им компанию. А воздушным и легким букет станет благодаря зелени. Сегодня это аспарагус. Перед началом работы срезанные цветы ставим в воду, а чтобы цветочная композиция была свежей, готовим ее накануне. Для работы нам понадобится корзина, ну или что-то подобное, куда мы будем собирать цветы, флористическая губка, которую можно купить в любом цветочном, ну, специализированном магазине, пищевая пленка, либо пленка поплотнее, которую тоже можно купить в строительном магазине. В нее мы будем заворачивать губку. Ножницы и секатор, которым будем чистить цветы и срезать. Флористическую губку замачиваем в холодной проточной воде. Опускаем, но не топим. Она впитает в себя воду в течение 10 минут. Затем оборачиваем губку в пленку, чтобы корзина не промокла, а влага осталась внутри. Очень хорошо руководствоваться формой и изгибом цветка, потому что это будет выглядеть более естественно. То есть не садить его полностью в корзину, а задавать направление по ходу его роста. Стебли обрезаем под углом 45 градусов. Длина разная. Композиция в корзинке сегодня будет выглядеть так, словно цветы в ней просто лежат. На самом деле флористическая губка на дне будет питать букет, и он простоит до одной недели. Готовую композицию лучше всего убрать в прохладное место до момента, как вы ее подарите. Даже из садовых цветов можно собрать такой необычный и оригинальный букет, который порадует своей красотой получателя.